Отец Наум. Да-да. Говори, что у тебя? Добрый день, да? Да. Ну, у меня... Ну, слава Богу, да? Я вот все благословение твое исполняю. И по твоей схеме я тоже проповеди, если готовлюсь проповеди, по, значит, с твоим, по твоей схеме на ну, по местам Писания, вот их и беру еще толкование отцов и... Ну, вот так вот. Хорошо. Это и надо людям, ну, чтобы душа была спасенная, не моталась, куда попала. Да, да. Ну, и вот, Бог, видишь, твоя школа, она всегда действует. И, значит, у нас сейчас уже где-то получается иногда 3 проповеди во время литургии и 2 проповеди на, ну, вот, и на вечерние... всеночном бдении тоже вот получается проповедовать. Это у нас регулярно. Ну и уже более грамотная стала паства, что уже задаешь вопрос, и они отвечают здесь, и даже место приводят из Писания. Так что я за тебя всегда очень благодарен, всегда поминаю тебя. Здесь ты мой учитель. Да. Так что у меня все, слава Богу. Просто я... Да. Желаю тебе долгих лет жизни. Да уж куда больше-то. Тебе сколько? Да. Мне? Семен Семенович. 77. Ну вот. Да. Ну, видишь... Здесь ты здесь нужен. Ты видишь, так можешь раскрыть вопрос и вот твои проповеди. Здесь вот я зашел, увидел твою проповедь. Здесь просите и в молитве с верою и получите. Да? Ну и вот как раз и на тебя вышел. Вот я сейчас хочу эту проповедь послушать. Мы готовим издание, называется «Проповеди во свете Библии». 6 томов, да. Будет. Каждый том 1300 страниц. Да. Ну вот, это тоже хорошо. Но, значит, здесь есть и места Писания, они, значит, текст дается, да? Да. Или только... только название. Нет, места. Текст дается, текст прямо с текстом. Да. Ага, ну тогда это будет очень хорошо, если особенно там по праздникам, да. По темам. Ну все тогда, честно, будет... я очень занят, и корректировкой, подготовкой к книге иду. Да, ну все. Все, с Богом, благослови. Вот. Да, Бог в помощь, благословит все. Тебя. Спаси, сохранит. Христос. Даст мудрости и терпения. Мы каждый терпение. День тебя поминаем в молитвах. Да, обязательно. Я всегда с тобою. Все, отошел. Да, отошел.